А вот и мой поезд ушел. Сейчас на YouTube такая, знаете, мода какие-то делать процедуры, делать какие-то уколы. В общем, я тоже решилась. Иду сейчас к стоматологу чистить зубы. Погодка у нас вроде бы как классная, но на самом деле холодно на улице. На улице плюс 6, но ощущается как плюс 2, по крайней мере так написано. Ну, посмотрим, может быть станет еще теплее. У нас, походу, опять похолодало. Похоже, черемуха зацвела. Знаете, есть такая примета, когда черемуха зацветает, а становится холодно. Даже песня такая есть. Цветет черемуха к похолоданию. Ладно, в общем-то, Скарлетт все время поет в своих влогах. Но я только зубы почистила. Как не беру, классные немножко. Здесь кофе вкусный. Честно, я очень хотела одеть кроссовки, но реально на один носок кроссовок вообще не спасет, потому что что-то у нас опять очень-очень холодно. Вот вам пример домов в Лондоне. Не все живут в Лондоне в белых особняках. Многие живут вот в таких вот квартирах. Таких домов здесь очень-очень много. Это же Гарри Поттер! Когда я вижу такую плитку, мне кажется, я в Министерстве магии. Кто в теме, напишите в комментариях. Или вот, смотрите, девятиэтажка. Тоже обычный такой дом. Обычные квартирки. Я назад буду ехать тоже на Overground. В Восточном Лондоне очень много именно вот такого надземного метро. То есть вот оно идет именно над землей. Вот там вход. Хорошо, что поезд ушел, и теперь могу вам показать, как вот этот Overground здесь устроен. Вот видите, поезд поехал поверху, получается, между домами. Это Ливерпуль Стрит. Сити. Там даже где-то виден осколок Шард. Это уже Лондон Бридж. В общем, вот и огурец, и дома, которые на Ливерпуль Стрит. В общем, Хакни вот такой вот райончик. Не очень он мне нравится. Он необычный, но жить я бы здесь не хотела точно. Особенно с маленьким ребенком. Как-то здесь особо и погулять негде. Мне кажется, он больше такой тусовочный, что ли. В общем, вот такая вот платформа. Жду, следующий поезд будет через минутку. Вот вы можете жить в квартире, да? И слышать постоянно, как ездят вот эти вот поезда. Да, это круто, это вторая зона, это вообще граничит с первой зоной. Но, не знаю, возле поезда жить как-то не очень круто, мне кажется. Во-первых, грязно. Очень-очень много грязи именно из-под колес. Смотрите, что с мусорниками стало. Они взлетают. О,
А мой поезд едет. Ура! Все, я села на свой поезд, еду домой. А вечером я снова сюда возвращаюсь, снова на Ватулю. Еду на Benefit, на корабль. Покажу позже. Если, глядя на это, вы видите корову, лежащую на спине, вы не ошибаетесь, да, это корова. А вот это ее вымя. Угу. А мне вот сюда, на вот этот вот корабль. Benefit. Все розовое такое, класс. Я практически на месте, я уже пришла на набережную, мне нужно перейти теперь через мост, и я пойду на корабль Benefit. А, в общем, сзади меня вы видите Big Ben, справа от меня корова перевернутая. В общем, все, пойдемте на корабль. Всегда, когда я вижу вот это здание белое, мне всегда кажется, что я во Франции. Я не знаю почему, но мне как-то напоминает французский стиль. А как вам? А вот, кстати, поплыл City Cruise. Я советую, если вы будете в Лондоне, взять такой круиз, потому что вы посмотрите на город совершенно с другой стороны, потому что Лондон кажется таким вот огромным, каким-то непонятным, но на самом деле он лежит вдоль реки. И после того, как вы поплаваете на лодке, вы поймете, как вообще, что где находится. Так намного проще, как-то в голове укладывается именно карта города. Все, в общем, я пришла, куда мне нужно. Вот там вот вход, я сейчас пойду спускаться и буду стоять там ждать своей очереди. Уже люди начинают заходить, так что я немножко опоздала, но я, короче, вовремя. На все мероприятия нужно приходить на 15 минут позже. Розовой дорожке. Такая звезда. Погоду, я бы поверила, что реально лето, и я на круизе. Закончился, и я бегу домой. Подписывайся на канал Slava Beauty Tips для того, чтобы не пропустить новые видео.